Давайте вот перейдем лучше вот к этому. Альбом у Juicy World, на котором, в нем есть трек, на котором у нас Suga, Suga из BTS. Да, мы сейчас послушаем. Я сегодня альбом этот слушал целиком абсолютно. Ну, кроме, разумеется, этого трека. Сумасшедший альбом. Очень крутой альбом, друзья. Кто не слушал, кто вообще никогда не слушал его. И у него уже был коллаб с BTS. Это да. Я, правда, не помню, после его ухода, либо до. По-моему, блин, после мы слушали, я об этом даже говорил. Вообще, вот эта вот интересная тема такая, да, демок осталось куча, прям дофига. И компания их продвигает, делает якобы коллабы с исполнителями и так далее, и так далее. Ну ладно, я думаю, он бы тоже был бы не против, если бы он жив был. Но может быть, этого и не было, если бы он жив был. То есть он же каким-то образом не выпускал это все. Вот, ну, но как это еще могло быть? Это демки, конечно, демки, которые... Либо куча материала, которое, ну, было заготовлено ранее, может быть, в треке уже готовы, и он не решался выложить. Вот, поскольку в этом альбоме есть еще такие, знаете, пару аудиозаписей, ну, это разговорные с ним. В общем, альбом очень крутой. Кто не слушал, слушайте. Вот, давайте будем слушать. Girl of my dream. Девушка моей мечты. Ой-ой-ой, сразу такое начало. Прикольно, как будто бы, знаете, рок какой-то поехал, потому что альбом весь абсолютно не такой. Ой, у меня мурашки. Вся спина в мурашках, блин, как это круто. Вся спина просто. А, я опоздал, ладно. Эй. О, еще не на полную. Они очень хорошо прям, да? Блин, он, конечно, не против был бы, мне кажется, при жизни такое сделать. Это очень, это прям крутейший коллаб, действительно. Да. Ладно. Наверное, это будет один из лучших треков. Надо было его в самом конце сделать. Это, скорее всего, один из лучших треков, который мы сегодня с вами будем слушать. Кайф! Кайф! Обалденно! Я весь в мурашках, не могу. Я
can I go country? Think both of your legs gone away, you falling for me. The same way that the rain falls. I ain't gon' lie, you got it all. Falling for me the same way that the rain falls. I ain't gonna lie, you got it all of me. Звучание, блин, такое трогательное, что я не знаю, аж мурашки просто берет с первых секунд, да? Жесть какая-то. Говорить такие слова, вот, блин, ну, короче, это просто очень круто. Очень круто, ему бы это понравилось. Да, и он бы сам был бы не против, скорее всего, коллаба с ними. Вот. Но поскольку у артиста остались демо-материал, да, скорее всего, конечно, компания считает нужным их выпускать. И поэтому в последнее время очень-очень-очень-очень много треков выходит от Juicy World, якобы. Вот. То же самое, что с Tentacion было. Вот, после его ухода очень много материала тоже выходило, пока не закончилось, собственно. Вот это очень круто, очень трогательно, но это надо было наконец все-таки сделать. Да.